Всем привет! Сегодня мы сделаем золотой ключик из известной истории про Буратино. Накачайте золотого или желтого цвета шарик, оставляя примерно 8-сантиметровый хвостик. Делаем первые два мягких пузыря длиной около 3-4 сантиметров каждый. Замыкаем все концы первых двух пузырей в один замок. Теперь делаем третий пузырь длиной около 9-10 сантиметров. Затем делаем четвертый мягкий, примерно 3-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца четвертого пузыря в один замок. Делаем пятый, примерно 5-сантиметровой длины пузырь. Делаем шестой пузырь такой же длины, как мы сделали третий пузырь, около 9-10 сантиметров. Затем делаем седьмой пузырь длиной около 5 сантиметров. Замыкаем оба конца цепочки из последних 5 пузырей в один замок. Давайте сразу поправим пузыри в нужные положения. Вот так выглядит хорошо. Делаем восьмой примерно 9-10 сантиметровой длины пузырь. Затем делаем девятый мягкий примерно 3-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца девятого пузыря в один замок. Теперь нам нужно сделать 11-й примерно 3-сантиметровой длины пузырь на самом кончике шарика. Замыкаем оба конца 10-го длинного пузыря в один замок. Теперь нам осталось всего лишь поправить все пузыри в нужное положение. Вот так. Поздравляю, мы сделали золотой ключик. 10-й пузырь можно изогнуть вот таким образом, придать ему другую форму по вашему желанию. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Еще раз поздравляю вас. Вы сделали золотой ключик для Буратино. Подписывайтесь на мой видеоканал, голосуйте за мое видео, задавайте вопросы, комментируйте. Веселых вам выкрутасов.